Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться рецептом засолки сала сухим способом. Нам понадобится соль, перец, тмин для семя укропа и молотая лаврушка. Соль. Банка и крышка. Соль я высыпаю. Лаврушку. Так, в эту же соль я сыплю специи. Это у меня лаврушка молотая, черный перец и тмин. Все перемешивается. Сало нарезать вот такими вот брусочками, примерно 3 сантиметра на 6-7, а чтобы они хорошо влезали в банку. Банку плотно не набивайте, чтобы воздух циркулировал. Обильно-обильно смазывайте каждый кусочек сала. И на дно банки можно также немножечко высыпать нашей смеси. И выкладываете. И так все сало. Вот я 3 куска уже поместила в банку, потом опять сверху присыпаете этой смесью. Плотно банку не набивайте, чтобы воздух циркулировался. Вот. И еще один слой. Вот у меня в одну баночку все не влезло. Я делаю вдох. Точно так же вот вставляю в баночку. Все, что осталось у вас в сосуде, можете смело высыпать. Потому что, как у меня сало с очень малым количеством мяса, а как известно, сало много не впитает соли, поэтому не бойтесь пересолить. Все, наше сало готово, теперь я его закрываю крышками и убираю в холодильник на 3-4 дня. Все, приятного аппетита, пробуйте, вы видели, что это делается быстро и очень вкусное сало в итоге получается.